Так вершину Ай-Петри еще никто не покорял. Российский спортсмен из Питера прошел 20 километров по серпантину с двумя гирями по 24 килограмма. Его поход занял 9 часов. Сквозь ливень, туман и ветер. И сегодня утром он финишировал. Евгения Чирочкина познакомилась с экстремалом и узнала подробности такого необычного путешествия. Совсем не тяжело. Шаг за шагом. От подножия до вершины горы Ай-Петри. Пешком с двумя гирями в руках. За месяц удвоил тренировки, а за 2 недели, наоборот, убрал тренировки. Вот и вся подготовка. А ну, плюс еще по горам лазил. Поднимается на знаменитую Крымскую гору Иван Попов из Санкт-Петербурга. Высота Ай-Петри 1230 метров. Но восхождение – это гораздо более длинный путь. 20 километров по серпантину. Вы так легко идете, они там точно у вас 24 килограмма весят каждая? Может быть. Подержите мой микрофон. Больше 18. Подождите. Мне кажется, видно, да, по мне, как это тяжело. Иван говорит, что делает это, чтобы показать. При здоровом образе жизни человек может почти все. Трезвая борода. Так он называет себя в социальных сетях. Все ребята давно знают, что зарядка помогает, что полезны нам всегда солнце, воздух и вода. Старт в 2 часа ночи от водопада у Чансу. Первая машина была, парни ехали. Они приехали наверх, вернулись. Типа, может подвезти, я там нет, куча елей. А то, говорит, много таких здесь ходят и потом пропадают. Типа. Такое же восхождение, только со штангой. В прошлом году проделал и крымчанин Джамшид Исматилаев. Хорошо физически подготовленный человек может совершить такое действие. Если взять неподготовленного человека и заставить его выполнять эти действия, он это будет сидеть в труд. Последние 10 метров и задача выполнена. Ни туман, ни дождь не в силах испортить этот момент. Класс. Гора Ай-Петри сама не раз устанавливала крымские рекорды. Именно здесь отмечена самая высокая скорость ветра на полуострове и наибольшее количество осадков. Она как магнит притягивает к себе только закаленных и смелых духом. И кто знает, какие еще установленные здесь рекорды войдут в историю Крыма. Евгения Чирочкина, Андрей Дичков, Владимир Казанцев. Вести, Крым.